Несмотря на совершенное врагами русского народа убийство Петра Аркадьевича Столыпина, государственный курс Российской империи не изменился. Он и не мог измениться. Поскольку руководителем страны и автором всех преобразований был император Николай Александрович. Преемником Петра Аркадьевича стал Владимир Николаевич Каковцев. Каковцев с глубоким уважением относился к своему предшественнику и стремился продолжить его дело. В области экономики Владимир Николаевич еще в большей степени был склонен к протекционизму, то есть к поддержке отечественного производства. В земельном вопросе также продолжился прежний курс. Еще больше выросла финансовая поддержка крестьян. В области русского вопроса Каковцев придерживался более умеренных взглядов, но продолжил курс на русификацию страны. Здесь следует уточнить значение этого слова. Так, например, были приняты законы о равноправии русских в Финляндии. Приняты, несмотря на сопротивление финского сейма. Также удалось продавить закон о финансировании вопросов обороны из финской казны. Тогда как раньше, Финляндия, пользуясь защитой русской армии, сама на вопросы общей обороны не тратилась. Также из части земель царства польского была образована русская Холмская. На этой территории проживало в основном русское население, и именно его права традиционно нарушались польскими чиновниками и дворянами. Прошло еще только 5 лет со слов Столыпина. «Дайте нам 20 лет мира, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России, а перемена уже начала сказываться». После обильных урожаев 1912 и 13 годов, период с лета 1912 по лето 14 года явился поистине высшей точкой расцвета русского хозяйства. Ольденбург. Царствование императора Николая II. За 20 лет правления Николая Александровича население империи возросло на 60 миллионов человек. Естественный прирост превысил 3 миллиона в год. В 1914 году население нашей страны составляло 182 миллиона человек. Это означает, что к 1960 году численность населения должна была бы достигнуть 275 миллионов человек. Тогда как в СССР на этот момент проживало 215 миллионов. Таким образом, революция, гражданская война, геноцид 20-х и 30-х годов вместе со Второй мировой войной обошлись в 60 миллионов жизней. По расчетам Дмитрия Ивановича Менделеева, население России к концу 20 века должно было составить 500 миллионов человек. Причем Дмитрий Иванович имел в виду только русский народ. Так что нам следует представлять, сколь ужасны последствия эксперимента, организованного Шифом, Парвусом, Троцким, Лениным и компанией. Рост народонаселения империи Николая II зиждился на повышении уровня общенародного благосостояния. Так, потребление сахара с 1894 по 1913 года возросло с 18 миллионов пудов в год до 80 миллионов. Сбор ржи вырос с 2 миллиардов пудов в 1894 до 4 миллиардов в 1913 году. Рост выпуска сельскохозяйственной техники составил за 20 лет 659%, что привело к росту урожайности. Если в 1901 году с одной десятины собиралось 33 пуда, то в 1913 – 58 пудов. То есть урожайность выросла на 80%. Поголовье рогатого скота увеличилось за 20 лет на 63%. Количество лошадей в империи возросло с 26 миллионов до 37,5 миллионов. Благодаря реформе, задуманной государем и проведенной Столыпиным, в России исчезли голодные годы. Ни урожай больше не означал голода. По причине роста сельхозпроизводства, механизации крестьянского труда и развития путей сообщения, недород в отдельных местах покрывался урожаями в других регионах. Голод вернется на русские равнины вместе с коммунистами. Вернется уже не в роли стихийного бедствия, но как оружие геноцида, как сознательно спланированная и осуществленная программа. Ленинский период в истории нашей страны был достаточно страшен
страшен не только потому, что люди убивали друг друга на полях сражений гражданской войны, но еще и потому, что оружием социальной зачистки российского общества стал голод, в том числе искусственно организуемый. Когда выдающийся русский ученый, академик Борис Александрович Тураев, создатель нашей школы историков Древнего Востока, тяжело заболел и, по сути дела, умирал, группа его поклонников обратилась к первому наркому просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому выделить для Бориса Александровича Тураева некоторое количество риса, на что последовала резолюция «Молодой Советской Республики египтологи не нужны». В отличие от коммунистов, сделавших голод своим оружием, имперское правительство с голодом боролось. Огромное значение для роста сельского хозяйства сыграло государство, создавшее крестьянский банк. Государственный крестьянский земельный банк, считавшийся самым крупным в мире учреждением земельного кредита, выдавал крестьянам суды, каковых было выдано 222 миллиона рублей в 1901 году. А в 1912 году он выдал 1 миллиард 168 миллионов рублей, то есть примерно на 600% больше. Бразоль. Царствование императора Николая II в цифрах и фактах. К 1914 году на правах собственности и аренды крестьянам принадлежало 100% пахотных земель в азиатской России и 90% в европейской части страны. Имперское правительство активно проводило политику освоения Сибири и Дальнего Востока. В Сибири были устроены казенные склады сельхозоборудования, снабжавшие население земледельческими машинами. Выразивший желание выехать из европейской России, избавлялся на долгое время от всяких налогов. Государство помогало ему деньгами, и он получал в полную собственность участок земли в 15 гектаров, то есть 45 гектаров на семью. При этом каждой семье выдавалось пособие в 200 рублей, и она перевозилась со всем имуществом на казенный счет до места поселения. Бразоль. Царствование императора Николая II в цифрах и фактах. Эта мера имела огромный успех. В короткий срок сибирское землевладение достигло полного расцвета. Из Сибири в европейскую Россию и за границу потекла широкая река сельских продуктов. Население азиатской части России за 20 лет царствования императора Николая Александровича выросло с 12 до 21 миллиона человек. Только крестьян переехало в Сибирь около 4 миллионов человек. В Сибири росли новые города. Так появился Новониколаевск, нынешний Новосибирск, с населением в 100 тысяч человек. С 1908 года началось строительство Амурской железной дороги. Было намечено строительство Южно-Сибирской железной дороги. В 1909 году был подготовлен проект водной магистрали с использованием речной сети Азиатской России, которую должны были соединить каналы. Два новых факта в особенности поражают за последние годы. Подъем благосостояния и поразительно быстрый рост новой общественности. Улучшение техники, рост цен на рабочие руки, появление городской одежды у крестьян – все это идет параллельно с поразительным развитием сельской кооперации. И этот рост идет не вопреки власти, а при ее прямой материальной поддержке. Князь Трубецкой из статьи «Новая земская Россия». В январе 1914 года свое 50-летие праздновало земское местное самоуправление, которое, по мысли царя, должно было наряду с церковью составить основу государства. «Я выражаю твердую уверенность, что всякая земская работа будет проникнута и воодушевлена заботой о бесчисленных местных нуждах населения и о его благе. Разумное удовлетворение местных нужд является главным залогом развития и подъема благосостояния всего государства». Из обращения Николая II к земским представителям. Январь 1914 года. Правительство Николая II также поощряло выход крестьян из общин и превращение их в мелких собственников. В
1913 году 2 миллиона семейств получили от государства надел земли. В целом, Столыпинскую реформу современники и оценили очень высоко. Это было смелое начинание, своего рода скачок в неизвестность. Это был отказ от старой основы, с заменой чем-то неиспытанным, неясным. Столыпин взялся с решимостью и отвагой за эту великую задачу, и результаты показали, что он был прав. Прейер, газета «Дерусише агрореформ», июнь 1914 года. Рост наблюдался и в финансовой области. Государственные доходы в царской России выросли с 1 миллиарда 400 миллионов рублей в 1897 году до 3 миллиардов 104 миллионов рублей в 1912 году. При этом общая сумма налогов в России на одного человека в 1913 году была в 2 раза ниже, чем во Франции или Германии, и более чем в 4 раза ниже, чем в Англии. Быстро росли личные вклады населения в государственные сберегательные кассы. Если в 1894 году было открыто 1 миллион 664 тысячи счетов с общей суммой вкладов в 330 миллионов 300 тысяч рублей, то в 1901 году было открыто около 4 миллионов счетов на общую сумму 723 миллиона рублей. В 1908 году имелось уже 6 миллионов вкладов на общую сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. Население стабильно и быстро богатело. К 1914 году в государственной сберегательной кассе вкладов было уже на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Одним из трафаретных клеветнических выпадов против правительства императора Николая II было утверждение о том, что оно не заботится о народном образовании. На самом деле, финансирование образования выросло за 20 лет с 25 миллионов рублей до 161 миллиона рублей. И это без учета земских школ, расходы на которые выросли с 70 миллионов в 1894 году до 300 миллионов в 1913 году. Всего бюджет народного просвещения вырос на 628%. Число учащихся в средних учебных заведениях выросло с 224 тысяч человек до 700 тысяч человек. Количество студентов за 20 лет удвоилось. Количество школьников выросло с 3 миллионов до 6 миллионов человек. К 1913 году в стране было 130 тысяч школ. Более того, совокупный бюджет народного образования существенно превосходил бюджет военного министерства. Возникшая в 1909 году в Москве по частному почину графини Бобринской организация учительских экскурсий за границу за несколько лет дала возможность многим тысячам русских народных учителей посетить Германию, Альпы, Италию, Францию. Русская власть содействовала этим экскурсиям, освобождая от паспортных сборов и предоставляя льготный проезд по железным дорогам. Ольденбург. Царствование императора Николая II. Быстро росла промышленность. С 1890 по 1913 год ВВП вырос в 4 раза. Внутриваловый продукт вырос в 4 раза. Добыча каменного угля выросла в 5 раз за 20 лет. Выплавка чугуна за это же время возросла в 4 раза. Добыча меди и марганца в 5 раз. Инвестиции в основной капитал машиностроительных заводов с 1911 по 1914 год возросли на 80%. За 20 лет удвоилась протяженность железных дорог и телеграфных сетей. За это же время удвоил свой тоннаж и без того самый большой в мире речной торговый флот. Быстро шел рост механизации промышленности. По важнейшему признаку крупной промышленности – энерговооруженности рабочего – Россия превосходила континентальную Западную Европу, хотя и уступала США и Англии. На 100 промышленных рабочих в России приходилось 92 лошадиных силы, в Германии – 73 лошадиных силы, во Франции – 85, в Англии – 153. Николай Яковлев, 1 августа 1914 года. Как на дрожжах росла нефтедобыча. Причем это интересно, в тюрьме народов, как называли царскую Россию, коммунисты и либералы.
Нефтедобыча попала в руки Монташевых и Леонозовых, а совсем не Ивановых и Петровых. Вот так росли темпы добычи черного золота. В 1885 году в США было добыто 3 миллиона 20 тысяч тонн нефти. В России в это время было добыто 2 миллиона тонн нефти. В 1901 году в США добыто 9 миллионов 920 тысяч тонн, а в России 12 миллионов 170 тысяч тонн нефти. В период с 1908 по 1913 год рост производительности труда в промышленности опередил по соответствующим показателям Соединенные Штаты, Англию и Германию, долгое время считавшиеся индустриальными гигантами. Ральф Эпперсон, «Невидимая рука». Наблюдался рост и в военной области. За 20 лет русская армия выросла почти в два раза. К 1914 году она насчитывала 1 миллион 300 тысяч человек. Вот что писал о русской армии начальник германского генерального штаба генерал фон Мольтке. Боевая готовность России со времени русско-японской войны сделала совершенно исключительные успехи и находится ныне на никогда еще не достигавшейся высоте. Следует в особенности отметить, что она некоторыми чертами превосходит боевую готовность других держав, включая Германию. Начальник германского генерального штаба генерал фон Мольтке. Усилиями государя-императора русский флот, жестоко пострадавший в японскую войну, возродился к жизни. И это несмотря на сопротивление думских кругов во главе с Гучковым и Милюковым. Четыре дредноута были почти готовы на Балтике. И еще четыре сверхдредноута спешно строились в Санкт-Петербурге. Четыре дредноута строились в Николаеве для Черноморского флота. На Балтике также имелось 8 броненосцев и бронированных крейсеров. На Черном море 7 броненосцев. Активно строились крейсера, миноносцы и подводные лодки. Причем почти все корабли строились на русских верфях. В целом, экономическое состояние России оценивалось весьма высоко. Вот что писал о России английский писатель Морис Беринг, проживший несколько лет в России. «Не было, пожалуй, еще никогда такого периода, когда Россия более процветала бы материально, чем в настоящий момент». И когда огромное большинство народа имело, казалось бы, меньше оснований для недовольства, у случайного наблюдателя могло бы появиться искушение воскликнуть: «Да чего же большего еще может желать русский народ?» Недовольство распространено главным образом в высших классах, тогда как широкие массы крестьянства в лучшем экономическом положении, чем когда-либо. Морис Беринг из книги «Основы России». Безусловно, что автором реформ в России выступала именно царская власть. Очень важным в русской монархии было обстоятельство, отмеченное русским философом Иваном Солоневичем. Государь стоял над интересами различных групп и классов. Это очень хорошо было видно на примере реализации дальневосточной программы, а также на примере строительства Сибирского железнодорожного пути. В сооружении этой дороги был заинтересован средний класс. При этом чиновничество не видело смысла в строительстве Транссиба, а также в освоении Дальнего Востока. И только император своей волей осуществил этот проект. Такая же ситуация сложилась во время реализации крестьянской, земской и земельной реформ. Многие крестьяне желали выхода из общин, но общины были против. Против реформ были и дворяне, которых Столыпинская реформа делала безземельными. Против были и чиновники, даже высшие, такие как граф Витте. Но царь своей монаршей волей провел эту реформу. Среди бесформенной общественности по-прежнему только царская власть, опиравшаяся на крепкие традиции и долгий опыт правления, могла направлять жизнь многообразной страны. Эта власть, стоявшая вне и выше интересов отдельных групп и слоев населения, одна могла проводить глубокие реформы. Ольденбург. Царствование императора Николая II. При этом удивительно, сколь свободным и либеральным было русское общество.
Еще Пушкин вспоминал, как ночью, гуляя по Невскому проспекту, он встретил бродившего по городу в полном одиночестве Николая I. Знаменитый художник Карл Брюллов писал о том, что на представлении гибели Помпеи император Николай I, он же, по терминологии революционеров, Николай Палкин, попросил художника написать его портрет. Карл Павлович предложил царю быть у него на другой день в мастерской в 2 часа. Николай Павлович опоздал. Тогда Брюллов оставил ему записку. Ждал 20 минут. Больше не могу. И уехал. Вот какая история произошла с Врубелем. Михаил Александрович писал этюд на Каменном острове. Сзади кто-то подошел. Раздраженный художник, не оглядываясь, сказал: «Ну что, вам делать больше нечего». Неизвестный извинился и пошел дальше. Врубелю голос показался знакомым. Он оглянулся и увидел, что это был Николай II. Государь отчетливо понимал, что для укрепления России необходимо не только возрождение земства и народного представительства, но и восстановление упраздненного Петром патриаршества. К сожалению, на встрече с членами Священного Синода, описанной митрополитом Антонием Храповицким, в ответ на предложение императора оставить трон, принять монашество и стать патриархом, митрополиты, члены Священного Синода, промолчали. Это молчание было провозвестником страшных событий февральской революции, когда Синод фактически поддержал заговор. Увы, России не дадут тех 20 лет спокойствия, которые были нужны нашей стране для того, чтобы встать на ноги и оказаться недоступной для происков со стороны Запада. В 1914 году государь приступил к еще одной реформе, которую не мог уже больше откладывать. Николай II не мог смириться с тем, что значительную часть доходов государству приносит водка. Император решил отказаться от этой статьи доходов и пойти по пути борьбы с пьянством. Не согласившийся с ним премьер Каковцев был отправлен в отставку. Его место занял Горемыкин. Николай Александрович пошел на антиалкогольную реформу, несмотря на общее недовольство и в обществе, и правительстве. Государь указал, что при своей поездке по великорусским губерниям он видел светлые проявления даровитого творчества и трудовой мощи. Но рядом с этим, с глубокой скорбью, приходилось видеть печальные картины народной немощи, семейной нищеты и заброшенных хозяйств, неизбежных последствий нетрезвой жизни. Я пришел к твердому убеждению, что нельзя ставить в зависимость благосостояние казны от разорения множества моих верноподданных. Ольденбург. Царствование императора Николая II. Итак, мы видим, что российская экономика росла бешеными темпами. Мы видим, что экономические реформы были проведены царем лично, часто при помощи выдающихся людей, таких как Столыпин и Каковцев. Но все-таки сами реформы и земская, и земельная, и думская, а также антиалкогольная – это реформы Николая II. Очевидно, что постепенно и дума, и земство становились работоспособными органами власти. Четко видна отлаженная программа экономического развития страны и сельского хозяйства, программа модернизации обороны, развития образования и промышленности. Результатом деятельности царя стала удивительная экономическая устойчивость России. В период мирового экономического кризиса 1911-1912 годов Россия, наоборот, оказалась на подъеме. Совершенно чудовищной, ввиду всего вышесказанного, представляется вся та клевета на нашу страну и нашего царя, что мы слышали и слышим в школе, слышим с экранов телевизоров и даже из уст действующих политиков. До тех пор, пока мы не покончим с навязанным нам негативным восприятием нашего же прошлого, ничего хорошего в нашем настоящем и будущем не будет.